Жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали по меньшей мере 4808 человек. Это данные Организации Объединенных Наций, обнародованные сегодня на официальном интернет-сайте. Почти 10 500 ранены. Общее число беженцев превысило 1 000 000 человек. Половина из них покинули страну и нашли убежище в России. Возможно, уже в этом месяце Совет Безопасности ООН в очередной раз обсудит украинский кризис на своем заседании.